Это один в один, надо что-то делать. Хэдшот, отлично. Кулаки тиммейтам. Чего желаете? Может быть, Cloud 2 Classic? Давайте, как обычно, возможно, по бокам уберите немного больше. О, это что-то новенькое! HyperX Cloud 2 Wireless. Легендарный комфорт теперь без провода. Эй! Береги голову! Всем еще раз привет, дорогие друзья, любители красивого Counter-Strike. А. Мы продолжаем следить за открытыми квалификациями на Stravader CS СРМР 2021 год. Второй РМР этого года получается у нас. Собственно, Именно. Между первой и второй перерывчик небольшой, как говорится. И сразу на квалах мы здесь уже находимся. Второй матч сегодняшнего дня, одна, четвертая, продолжается. Треск против eSports Club Киев. У нас будут играть на этой трансляции. Да, все верно. Друзья, очередной четвертьфинал. В общем-то, игра пока что не за выход. Игра, скажем так, в преддверии выхода, но жесткая сетка Single Elimination не терпит э, ошибок. Да, и оступившись, вы автоматически покидаете эту квалификацию. В общем, достаточно интересная, так понимаю, у нас первая битва получилась. Ну, как я так понимаю? Мы это видели. Она была очень интересной, но, знаешь, интересные встречи могут быть по-разному. Может быть, три карты, вязка, все тягучее решаться здесь в концовках. У нас же была игра, когда просто одна команда была настроена в фокусе и форме, а другая другая силами так и не собралась, и мы плак-плак-плак, не увидели Эншет. Но ничего, я думаю, еще увидим, как бы РМР предстоит, и Клосквал, и кто-то нас, друзья, будет удивлять в этом плане. Также сейчас на канале StarLadder 10, помимо нашей трансляции, тоже параллельно начнется матч, там будут играть Асап и Тридент, и, в общем-то, вот сопоставив до да, двух победителей этих пар, они окажутся уже в матче за выход, проигравшие будут, собственно, готовиться к следующей квалификации. Ну и, конечно же, большое спасибо нашим замечательным партнерам этой трансляции, сайту Parimatch, который приветствует вас замечательным баннером, но не баннером единым, он вас приветствует. Также 100% бонус на депозит, если вы регистрируетесь, возвращаетесь на эту платформу. Очень классная возможность для вас, пользуйтесь на здоровье. И помимо них, конечно, у нас есть еще замечательный партнер. Это Acer Predator, конечно же, Helios 300. Uh, невероятный ноутбук, 240 Гц экрана в нем есть. Процессоры там ничем не хуже, чем десктопные решения, и, конечно, все это очень жестко обдувается, так как все мы понимаем, что вы планируете такую точилочку разгонять до невероятных скоростей. Очень удобное, классное решение, есть разные конфигурации, так что, опять же, внизу под плеером трансляции есть баннер, заходите, ознакомьтесь, посмотрите, какой вам, может быть, сразу к сердцу припал, и, может быть, у вас вот такая вот обновочка будет. Тогда мои поздравления вам заранее. Такие вот дела. Да, да, круто. Ноутбук — это всегда круто, когда он мощный, вы мобильны. А что, к игре, наверное, да, eSports Club Киев как-то вот лично для меня, не знаю, как для тебя, ну, на слуху, мы их в свое время даже и с тобой на разнообразных турнирах очень много комментили, парни боеспособные, и что в последнее время, наверное, не может радовать этот тег, это то, что они стали, ну, очень часто светиться на ХЛТВ, то есть в разнообразных турнирах, то ли проходя квалификации, то ли инвайты, да, это пока что не там, Тир-2 эшелона турнира, не Тир-1 эшелона турнира, но тем не менее, как бы, опыт появляется, и сейчас такая хорошая возможность проверить себя в боевых условиях, именно в борьбе за очки РМР. На первом РМР эти парни не прошли у нас, ну, как бы, неделю спустя, да, после окончания первого РМР, в общем-то, можно на StarLadder CIS RMR сделать это, и, ну, на самом деле, по поводу соперника, я думаю, что по крайней мере, в этой стадии, да, Треско смотрится как коллектив проходимый. У них опыта на ХЛТВ не так много. В принципе, парни по никам, я так посмотрел, не очень мне, честно говоря, знакомые. Да, понятно, это открытая квала, как бы, но я думаю, сюрпризы можно предоставлять своим оппонентам в БО 3 там э, как бы можно и пройти чуть более сильного соперника с определенным уровнем мотивации, а уже попав э, на Esports Club э, Киев, сейчас у парней будет очень серьезная проверка. И э, в этом свете, наверное, стоит упомянуть, на каких картах эта самая будет проверка. А, что? Карты я могу тебе сразу сказать. Инферно, первая, вторая Мираж и третья, вертига, если понадобится. Тоже не самое стандартное решение для СНГ на третью карту у нас доходит. Но в прошлый раз мы так и не посмотрели. Эншен здесь, возможно, глянем вертига. А, сразу ворвусь на тему того, кто там за Треск играет. На самом деле там есть интересные товарищи. Токсики и Вандерфул, например, в Project X в свое время играли. Я думаю, что вот эти товарищи должны быть на слуху у многих зрителей этой трансляции. Плюс, ну. Так, знаешь, как говорится, мой единственный сторилайн, который я могу выкинуть как мой единственный козырь за это было 3 это то, что Темпл до этого играл в Esports Club Киев. Причем на э, в вот этом максимально интересно это показано, как будто он там трижды играл, но я так понимаю, парни там переподписывали ростер и обновлялось это все соответственно. Но против бывших тиммейтов придется поиграть в этой встрече. Э, плюс это или минус мы узнаем уже по ходу игры. Я так понимаю, что она вот-вот начнется. В принципе, но да, так что-таки у нас даже есть э, принципиальный перипетии Ну, еще интереснее на самом деле тогда будет э, уровень мотивации особенный, как бы, да, показать парням, что в другой команде все идет не так уж в принципе плохо. А по поводу того, что на этих уже открытых квалификациях играли коллективы э, и спортсклаб Киев. Э, Господи, сейчас найду. Отыграли у нас две карты. То, что я вижу на Ликипедии, Inferno 16.6 в принципе без проблем. И дальше 16.6 даст второй. Был, то есть, ну, тоже. Я просто в поисках хэншента, чтобы вы понимали, как бы кто-то выбирал или нет, допикались или нет. Но на самом деле этого момента я не вижу. Треска. Играли с s -Gaming. Вот прошлое у них было BO1, было 1 было Инферно 16.9. Выиграли и в первом туре Парни катали с коллективом SubHive. Там была карта Overpass 16-5. Ну, то есть, нет каких-то таких счетов 16, там, 14, да, или овертаймов, ничего такого. То есть, достаточно просто. О! инферн, друзья, первая карта, стенка на стенку. Подошли на расстояние вытянутой руки. Раз, два, три. И договорились резаться. И последний выживший товарищ Wonderful э, дает своей команде право начать за сторону защиты. Ну, соответственно, да, господа Треско выбирают для себя сторону, и ну, приятно, явно будет начать им именно за диффенс. Посмотрим. В принципе, это пики Sports Kup Киев. И у нас, пока, насколько я могу помнить, за сегодняшний день как-то вроде бы мы смотрим ножи, да, вроде бы сайт-пик, но все равно команда, которая карту не выбирала, начинает за сильную сторону. Ну, ну, по идее, поводу, да, по идее вот это правило должно быть. Ну, просто формальность, тем не менее, она существует. А, кстати, по поводу выбора Миража, я так понимаю, здесь для себя Треска сделали такой вывод. Просто я вот вижу на ХЛТВ у Esports Club Киев четырехкартовый лустрик на Мираже. И как раз-таки эта карта у нас будет второй. То есть пикнули, возможно, даже немножечко под соперника. Ну, опять же, посмотрим что это будет э, за история, как бы удастся здесь, да, ну, перепикали или нет, скажем так, правильный ли это выбор, стоила ли игра свеч, потому что, ну, понимание, как вообще обстоят дела с Миражом у Треска, именно по ситуации на ХЛТВ, э, ну, не очень ясно. Ну, да, обычно на таких трансляциях находится большая часть людей, которые там, одноклассник, сват брат, вместе в футбол играли каждую субботу, ну, и так далее. Собственно, если у вас есть чем поделиться какой-то инфой да, здоровье, чатик, время от времени мы поглядываем и с удовольствием прочитаем cool story, которые даже не факт, что будут правдой, но мы, мы доверчим вы, мы вам поверим в любом случае. Да, ну, по крайней мере, это какой-то инфоповод будет. Кто-то в противовес, может, скажет правду. Ладно, поехали смотреть. Пистолетный раунд у нас должен быть. Но что-то, видимо... Нет, нет, просто тихой сапой здесь и спортсклапки. Такое ощущение было, что просто все зависли. Нет, а -а -а. это затягивающийся раунд был, который только-только начинается. Начинается все, кстати, с темпла по бывшим тиммейтам. Решил разобраться и похоже на салатную пистолетку, учитывая то, что смеш в салат соло... ну, вряд ли вывезет, при том, что даже бомба его бы тут не спасла. Очень напоминает пистолет на раунд первого, бой три у нас, там тоже все начиналось, просто 5 в 0. Снесли лонг на Дасте, правда, был Даст. Ну... Uh, no. Заготовочка не сработала, то есть, видите, пистолетки могут быть разными, быстрыми, эффективными, и каждый со знанием дела делает то, что должен, либо вот такими затяжными. Ну, видимо, я тут э, тоже могу, значит, из Sports Киев понять, потому что, ну, в Мете присутствуют у многих коллективов пистолетные раунды, типа поджать апсы вдвоем, там, под флешку пикнуть мидл, вдвоем пикнуть банан, то есть, ну, намного более активный, чем мы увидели, нет? сыграли Треска все-таки такую засадную, просто приняли по пленту, и, в общем-то, даже дело не доходит у нас до установки бомбы. И спортсклаб Киев особо ответить в плане автоматических ганов по этому поводу нечем, но, тем не менее, это форс, и форс с гранатами, и форс с арморами, то есть деньги потрачены все практически. Но стоят на низком старте уже игроки атаки. У Треска есть чем ответить. Сразу один со смоком, второй зажигательный. И дайте лишь только клич боевой, и пора начинать. Прыв. Не удается продавить до церкви. Данек погибает. Погибает Токсика. Это, кстати, под Апентом параллельно происходит. Что за жесть. Вот под Апентом так все здорово. под Б как раз-таки основной костяк атаки, увы, захлебнулся для себя. И да, вот. теперь придется думать, как этот раунд спасать. По всем фронтам сработали. Но ну, Темпл готов оформлять здесь квадрокил Уклюзавр. Да, квадрокил. Прострельчиком через деревяху, по топоту сработано очень-очень грозно и четенько. По таймингу. И, в общем-то, пока как вот и Sports Club изо всех сил не соглашались с результатами пистолетного раунда, как бы не хотели ответить, как бы не воевали на старте и в середине этого, дело опять же даже до бомбы не доходит. Здесь, ну и принудительный экономический. Ну и, конечно же, не забываем о нашем партнере трансляции на сайте Пари матч букмекерская контора, которая э, может вас осчастливить, плюс 100% бонусом к депозиту. Все это вам доступно по баннеру под плеером трансляции. Заходите на здоровье. Пока, тем более, вы Club Киев. Эко можно успеть. А я специально сделали паузу. Стоят, гомерно говорит про партнеров и друзей. И мы раунд начнем. Ну, в принципе, только сейчас начинается выползание из рампы. Смачок развеивается. Есть еще дополнительный. Я так понимаю, заметил X5 у нас всю эту движуху, но решил, смог все-таки приберечь на более позднюю стадию. То есть, в принципе, его могли пропушить, и э, x 5 можно понять, э, что он оставил его как раз-таки на заход. А понадобится или нет? Нет. Тиммейт вплотную уже на... Гробах, есть один с КТ, ну тут да, захлебнулась. Атака, конечно, дважды ответили э, С4 и Буря, но это такие одинокие фраги. Как бы в целом по рисунку не выглядело, что что-то из этого вырастет то есть зацепиться с банан не удалось. интерфрага не было, девайса не было, и э, все это не дошло до. Бан... Кстати, пауза у нас тактическая, треска. Вау! Вот это любопытно, учитывая то, что забирали три раунда подряд, все нормально, вроде бы. Но решили все же воспользоваться опцией тайм-аута. Интересно, кстати, радикальный кто... подход. Да, кто там капитан Треско? Ну просто, видимо, там чу осенило. Так, пацаны, я, короче, в курсе, что там сейчас будет. Есть один у них интересный раунд на Инферно, Возможно, какие-то такие обсуждения, я не знаю, но потому что больше смысла брать эту паузу, тем более в защите, я не вижу. Но я понимаю, вижу смысл от атаки, да, типа не получилось, там что-то подзабыли. Сейчас э, уже что-то увидели за эти три раунда, да, какие-то особенности характерные от команды Треска, и типа давайте дополнительно обсудим, какой будет первый девайс на раунд, потому что он нам очень нужен. Но вот э, именно со стороны защиты появляется снайперская винтовка, две МПшки, две Мки с гранатами и китами вроде бы все в норме. Одни киты на базу Б идут, одни на базу А. Ну и давайте смотреть. Что же придумали за этот тайм-аут? Пропушить банан пока, судя по всему, прострел в смеша грамотный. У того остается 56 хелс-поинтов. Он, причем здесь сам по себе, еще и в вдогонку. Больно игроку атаки приходится, пока не дают ему здесь спокойно выдохнуть. Хочет к тиммейтам, наверное, их там все-таки аж четверо. Чуть повеселее, поприятнее находиться А тут укрепление сразу А тут сразу радикальное решение Да, посмотри, где стоит авик Его должны, по идее, здесь подстраховывать Выныривание из мака Организован авик Уже не спасти Но разменный фраг от токсика присутствует Интересный сетапчик э, был Но токсика, опять же, не отпустили назад Данек работа он с этой работой пока что справляется, и свою команду большинство выводит. Так, потихонечку хотел уже X5 левать в базы Б, но говорят: стой, все нормально, вроде мы справляемся. А вот теперь э, надо думать: 1-1 по плантам или на A вдвоем, или на Б вдвоем. Ну и. Э, ну. Да, ну видишь, вроде 1-1 по плантам, но безопасности себя чувствует. X5. То есть он так где-то в руинах, ну, зайдут, окей, накинут, смог окей, отморожить, дождусь тиммейта. То есть, я так понимаю, он воевать не особо готов. То есть, типа, убиваю двоих, или один фраг делаю, погибаю, один в один ситуацию оставляю. То есть, э, вроде и готов, но с другой стороны, будет ждать там уже постепенно Денека может себе калашек подобрать. X5 ну, нужно реально играть очень и очень осторожно. Денека, кстати, не свитч одевает, чтобы не давать лишней аудиоинформации сопернику, скорее всего. Потому что нет ну, стопроцентной инфы. мог бы на таком тайминге. То есть 20 секунд там вряд ли уже кто-то смотрит спину. То есть сейчас уже э, мысли на заход. Но ну, один заходит, а второй, кстати, эту самую спину смотрел, но в итоге э, справился и Донека, и X5 замкнули эту комбинацию. 4-0 для Треска становится счет. Мороз сработал <с> здесь от соперника, действительно. А, при том, что пытались чекать и спортсклаб Киев, они проверяли там Темку, Тройку, думали, это нет, и, <с> где же его парень. Но времени было слишком мало для атаки, и <с> это начало весьма уверенная пауза. Пх, теперь уже от спортсклаб Киев. Блин, Два таймаута вот. за четыре сыгранных раунда. Да, да, да настолько ранние паузы. То есть, ну, делаем вывод, что соперники максимально принципиальные подобрались у нас в этом четвертьфинале. То есть требуется дополнительное обсуждение. Знаешь, как это обычно бывает? Типа, ну, есть план на игру, и он не меняется до определенного момента. Там, ну, некоторые команды там вообще на счете, ну, не знаю, у соперника 14, там, 12, они там первую паузу прописывают. То есть что бы ни было, как бы ни летели. Здесь вот со старта пытаются захватить преимущество э, сразу в первой половине на первой карте. А, Но ну, пока это не очень получается у Esports Club Киев. Не видели мы очень близких каких-то моментов. И прикольно играют Треска, это тоже стоит отметить. То есть и сетап на ребрах мы помним, и вот это разделение по плантам один на один. Ну и пока пистолеты. Небольшой прогрен по банану. Достается у Клюдзавру больше всего в этом плане. Но по факту за этот самый банан никто не борется. Готовится у нас подсадочка за тройкой. С учетом того, что, скорее всего, там нет Молика, это решение очень клевое. Но я вот думал, почему-то второй будет оставаться. Нет, он подсадил Темпла, сам ушел, погибает и тот, и другой. Вот это поворот. Как Нормально. пошла -то стрельба. Только что взяли, распихали с Диго, подобрали два девайса, и защита сейчас сейвить уйдет с такими темпами. Все еще не нашли, между прочим, шестого номера. Амстер все еще гуляет. И знаю, что где-то тут должен быть люркер, стоит отметить, да, как Треска ходили по всем спотам, искали где-то здесь, не, один ну это классика. должен точно шифроваться. Да, да. Это классика, когда люркер на втором меду в апсах где-то остается, понятно. Там сейчас Дигл подбирает для будущего раунда Дернека, скорее всего, калаш у него есть. В принципе, все неплохо, но у меня больше вопросов вот по поводу, а как вообще так на базу Б зашли? То есть, если я ничего не путаю, там даже хедшотов с Дигла не было. Два фрага было сделано чисто в тело. Поправьте меня чатик, если я не прав. Но я не видел. Мне кажется, первый был хедшот, это не точно. Мне кажется, что первого брали сразу. Но я к тому, что, по крайней мере, у второго времени отстрелиться да. хотя бы по одному, поманцевать за столбом, там уйти в тем, ну, было. То есть не было ни флешки, не было ничего. То есть сидел первый на подсаде, это темпл был погибает, и тиммейт его тоже как бы погибает. Хотя я только, знаешь, начал вот эту балладу о том, что ну останется ты за тройкой, Молика там, скорее всего, нет, как бы один с подсада, второй из-за тройки, такая вертикальная синхронизация и можно в принципе очень сладко встречать весь этот выход, но не случилось, такое бывает. Возможно сейчас какой-то момент нервозности сыграл Треска, все же была пауза, то есть видно парни там заряжены, зафокусированы на результат, ой, ой, -ой. залетела красиво через смок, но подгорел X5 разменчик у нас на банане не худший трейд для игрока защиты, учитывая то, что у него была фармилка на руках. Так, по крайней мере, выбил один каваш из оппонента. Уже не так все плохо. Так, попытаются дальше отыграть уже от ковров. Хорошая наводка. от там сторона днек позиция в упоре. Проверялась, но так, вторично, что ли. И все равно атака пока что чувствует себя комфортно. Но на благо преимущество есть. для Амстера, что он не полез. Прочувствовал момент. То есть, ну, в такой позиции чувак, скорее всего, один сидеть не будет. То где-то за его спиной либо тиммейт с рефлом, либо тиммейт с ВП, и это перекрестка. То есть, один смотрит направо, другой смотрит налево. Да, Амстеру повезло, он сориентировался, сделал этот фраг, сделал для своей команды большинство и пошел уже выход на базу бэй. Немножечко флешонный токсик. Ах, ну, первого со стрик, второй шел на грипп. Ну, не проверили подсадку, это... На самом деле зацепка для защиты Которую те пытаются реализовать Но Токсик все-таки погибает Темпл тут как тут Дым только что рассеялся Флешка дальняя Темпл она сильно не смущает На никого из игроков атаки Ему пока не удается заметить так, ну идет один, кстати, видишь, не дожидаясь своего напарника. Выгрызает 5 пять за 5 его пространство на базе Б, но непредсказуемый пик для него случился. Теперь же, конечно, Вандерфул здесь ничем не поможет. Тут надо сейвить снайперскую винтовку. Ну, по-хорошему, сейчас 100 долларов кто-то пропрыгивает банан, он его цепляет. Все, один фраг в статистику и мог бы быть собой доволен. Но покусился на убийство соперника, его состригли, не дали засейвить авик. Итак, 4-2. Тем временем напоминаем про партнера трансляции сайт Пари Матч, где вас ждет бонус плюс 100% депозит под трансляцией баннерочек специально обученный находится. Заходите, нажимайте и дальше разберетесь, что и как, я думаю. <laughs> как получить Ну, это, это, это бонус. знаешь, типичная история. Хочешь получить бонус, регистрируйся. Ничего сложного нет. Пара-тройка кликов и стопроцентный действительно бонус к первому депозиту для новых пользователей от Parimatch вас ждет. Так, ну у нас два раунда взяли уже из Sports Club Киев. Заставили соперника, как бы тем этого не хотелось, судя опять же по ранним паузам, доходить до экономического. Но есть хорошая придумка про пик через апсы. И насколько бы грозен коллаж на руках у Клюзавра не был, но... Я так понимаю, там по нему распределили демедж а сразу три пистолета. По факту как бы не было ассиста, но, скорее всего, каждый там, знаешь, 30, 30 чем-то. И точка была поставлена, и поэтому как бы игрок последний без ассистов это все сделал. А, кстати, интересная история. Теперь же там с последними обновлениями можно на сервере прописывать команду. И как бы после своей смерти смотреть сколько... Точнее, после окончания раунда смотреть сколько ты демеджа. Чего раньше не было в соревновательных играх. Ай-яй-яй, тут такой момент только что был очень интересный у Токсика. Пытался он затеряться в смоках, и, честно говоря, до последнего оказалось, что это даже может сработать. Но все таки нет. Бомба установлена, и теперь у защиты нет такого выгодного положения дел. Максимум на экзит сыграть и то не позволяет. Пока это сделать, буря выпад на Вандерфула, ну, и... Типа... Знаешь, да. окружили, но с вилами танки, вот окружили, тут как бы ничего не попишешь, стоят, да, ждут, что возможно кому-то подпортить настроение и экономику, не отпустить, например, снайперскую винтовку, это и происходит, что-то завтыкал на самом деле Смэш, то есть, ну, он стоял на Б-1, должен был смотреть в руины, прикрывать отходящий авик, но по итогу, видимо, тоже думал о том, как бы спасаться ему, ну ладно, не критично, раунд третий э, взялся. Все, Все равно да. авиак утащил Smash, так да, что, да. по крайней мере, так. Если не прикрыл, то унести девайс для тиммейта точно можно. 4-3, и снова девайсы. Начало такое получилось. Для Esports Club Киев внезапно, наверное, они начали набирать обороты, даже сами для себя. Просто дигл, просто вскрытие, вот такое поступательное под Б. И сейчас уже время ничья на кону, а потенциальный вовсе выход вперед. Ну да, сразу Темпл находят, уже круто дебютировали. Минус Темпл, и не обязательно торопиться доигрывать подобный эпизод. Понимают, это и Club Киев, просто отходят на более стандартные дефолтные позиции. Может, аркадку подождут какую-то. Гранат еще много, у защиты такой опции нет. Прям много раскидки использовать. Это хороший старт. Да, бодро скидали банан, но тем не менее, кстати, еще даже лежит смог защиты там. То есть вот номер 4, X5, он даже не знает, стоит атака за этим смоком или нет, будет база Б или нет. И вот только он этот смог заканчивается, начинается раскидка у нас по ребрам. Вандерфула уже в этой позиции под козырьком мы видели со снайперской винтовкой, но тогда ему токсик через смоки с лонга халповал, и тиммейт сзади на шарте был. На этот раз тут такая тоже вроде, ну, комбинация, да, разыгрывается, но токсик не с лонга, а вплотную. Оп. Оп. вот этот поворот, минус 2. Вандерфул. Пропрыгнул. У него теперь есть немного пространства для маневра, иначе бы под прекрасный огонь погибал, скорее всего. Теперь Вандерфула стоит бояться. Такой а не, не, знает. ну да, крайне редко. Но Вандерфул да, прикрыл. Смотрите, погибает еще один игрок. Где последний была инфа, но она уже не актуальна. С4. А у него авик, а там смог, а, -а, -а. а там диффуз, и бомба неудобная. В момент установки бомбы больше думали, как безопасно ее поставить, чем как потом разыгрывать на ней. Вот так вот бывает резко забирает 5 раунд ну, Браво, в в первую очередь. Да, это раз, но во-вторых, как бы не без придумок. Опять же, сетап вот близкий на шарте был. Потом вот эта засада в грейвьярде, да, то есть на каждом промежутке отрезки захода у Esports Club Киев возникало. Э, ну, то есть, они прошли шор, да, окей, там как бы Wanderfall ушел куда-то в смоки. Ну и бог с ним, мы ставим бомбу. Забыли. А нет, заходишь дальше, у тебя там еще грейвьяр скрывается. У тебя там еще сайт скрывается. Короче, смотрелось это как многозадачность э, от команды Треска и вот хождение по я не знаю, расставленным ловушкам, мышеловкам от команды спортс Club Все же Треска этот раунд вытаскивает. Экономики пока что хватает на закупку. Все нормально в этом плане. И опять очередной интрифраг у нас, кстати, на банане. Для Но no похоже, что не в пример в прошлой встрече. Здесь у нас счет очень плотный должен быть. Как-то вот начало сдает планку постоянного перетягивания каната. Токсик попытается... Ну, у него даже граната нет от тиммейтов. Просто максимум выйти степом, надеяться на лучшее. Все, еще и шанс Вандефлоу показать во всей красе. Уже пошла раскидка. Токсика заметили в тылах. Ну, и не планирует перетягиваться. Минус Тэмпл. Жестко. Mm, там При еще том, что снайпер заме... оттягивал на себя внимание. Так да, там еще и на меду фраг был сделан. То есть... Звено обороны точки А пошло проверять мидл, ну или как-то вклиниться в спину, но к этому моменту кивляне были готовы. Последний Wanderfall, кстати, который изначально в раунде начинал э, на точке Б. А не классически для себя, как мы уже пару-тройку раз видели на шарте, но это все не помогло. То есть, и снайперская винтовка здесь не сработала. А, и поджим ранний достаточно в спину был предусмотрен атакой. Ну и забирают хороший качественный раунд. То есть, начали центре, в принципе, так вот бодренько и закончили. Смотрим дальше. Все. Эко у Треско. Ничего не попишешь, что у них там флешка, это, по-моему, да, у Токсика. И как бы на этом все. Четыре человека О. на пять человек даже. На базе Б. На старте дым еще отдали. Да, пятерку укрепили под Б-плентом. Uh, такой, знаешь, небольшой фейчок. Дали дым центр, сделали вид, что там этот смог, может еще продлеваться. Ну, будет, кстати, прикольно. Засада. Смотри, что они готовят. Да, Токсик да, набрасывает да. флешку, 4 человека пикают. Они ловят тайминг, никого нет. И чувак за стеной, услышав эту флешку, прекрасно понимает, что это про пуш. Ну, а теперь уже поздно, да. Тут все готовы, тут АВП и Калаши, как бы еще и Молик сработал. Ну, видишь, ситуация безвыходности. Треска не уловили момент, ну, деваться некуда. Ну, что, типа, делать? Надо пушить до конца, все, у тебя больше нет флешки. То есть, возможно, кто-то там где-то, они же не знают, ослеп кто-то или нет. Может, кто-то ослеп, он за стенку ушел, сейчас его в ланде ты сострижешь. Но ну, такого момента не было. А Кивляне берут еще один, 5-5. Действительно очень пока напряженно у нас по старту, получается, не в пример предыдущий. То есть, интересно точно так же, да, но по-другому. Развиваются именно взятые отданные раунды, все очень близенько, и паузы есть. Там было интересно посмотреть, как вот фритон подготовились, как фритон шикарно выглядели. А, По-моему, какая-то переписка в чате была, но похоже, что не все нормально. И. Игра продолжается, это главное, без завика для Ванерфула, приходится играть треск в таком раунде, и при этом закрытые, достаточно дефолтные позиции, особенно под Б. Вот доставка на шорт, достаточно классная, интересная. Но, Но это мы уже не впервые минимум. видим, то есть это уже, да. наверное, не будет удивлением для команды э, Киев, да, то есть они такое видели неоднократно. Ну и стартово пока, кстати, на шорт не лезут. Тут потихонечку буря. И опять не работает эта позиция с пятого. И Темпл вообще не может ничего сделать игроков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, с базой Б надо что-то делать. Настолько планомерно проходит и спортсклаб Киев по позициям, настолько все чекают, что их очень сложно удивить вообще. То есть степом, постепенно, вот так вот, вот шаг за шагом, каждую дефолтную, даже не дефолтную позицию да. проверяют парню. Ну, знаешь, это. то есть, ну, однажды эта подсадка, там, темпл, по-моему, да, на ней сидел. Ну, неважно, короче, два опорника, они там меняют позиции. То есть, однажды эта подсадка может сделать ветер, да, минус три. Это шикарно. Второй раз тебя будут чекать. Но случилась такая история, у вас подсадка это не сработала, вы делаете ее еще раз, и просто чувак при туда идет. Темпл с гробов не открывается, и только после того, как контакт уже с подсадкой на тройке, он открывается, и заведомый и заранее Получает сразу по голове. То есть, ну, банально там чуваку негде было спрятаться. У него два, два ствола смотрели. Надо что-то делать. То есть, был раунд, когда Вандерфул приходил третьим на базу Б, но тоже не помогло. Его просто отсмочили на КТ, и он там не особо рисковал. Пока под Б все плохо складывается для Треска, если ты согласен, парням. Вроде бы. Нельзя сказать, что знаешь, у них прям плохие идеи, которые они демонстрируют, они вполне себе стандартные, рабочие, неплохие. Ни Нет, они не наиграны. Просто, скорее всего, сетап как-то так. Это то есть не ловят для себя приятные моменты, да, и еще и нервничают, скорее всего. Так, немного активности от защиты. Про Пушмида вдвоем. С банана за стенкой готовы уже стреляться. Хедшот. Данека. Флешка шикарная. Со вторым сработал контрфлешка от атаки. Есть время передохнуть. А еще Калаш под ногами отказался. Или вот так. Вот это тот момент, когда все же застали врасплох и спортсклаб Киев. Не чекнули угол. Нарвались на неприятности. И теперь ну Куачейс это был бы перебор. Наверное 6-6. Ответ взаимностью какой-то произошел. Пистолеты, и этого было предостаточно. Не, ну вот это круто, это активный банан. То есть они не стали его отдавать, как это бывает. Там что-то прокинули, одинокий молик, хаешку набрел на флешку и ушли, да. А действительно акцентированно до конца сыграли, плюс с поддержкой. Э Тимейтов, которые пушили по миду. И флешка качественная была, я вот не помню от кого, но Данека под нее как раз-таки пикал. Два были в Бланде, срезает. Третий из блайнда еще не вышел, Данека успевает там коллаж подобрать, э, сыграть вот этот пайтик, типа я пробрасываю смок и пикнуть э, соперника, которым он заранее знал. Выглядело красиво, изящно и главное самое для команды Трейска, что эффективно. То есть по факту, как бы они сейчас выигрывают раунд, не особо вкладываясь в него. Сработало. Действительно, это очень было важно. Теперь перевернуть по экономике можно и оппонента. Денег все еще из спортсклаб Киев много, но и у Треска появилось право на ошибку. Короче, достаточно классно разворачиваются события первой половины и для первой, и для второй команды времена. Минычка проверит, проверит ли Темпла. Мы... Неоднократно хвалили уже внимательность и спортсклаб Киев, но вот в прошлом раунде не досмотрели. Не досмотрит и в этом же. Ой-ой-ой, вот это только что поворот. Там тиммейт но... должен смотреть в библиотеке, а буря не выходит. Тут э, такая двухступенчатая засада организована. Ну все, буря теперь уже не выйдет, прилетает смачок. В принципе, опорное звено ланга, скажем так, может расслабиться и уйти во своясе. Э, кстати, что интересно, достаточно давно уже Wonderful 1 на банане. И вот, наверное, много проворонен тайминг э, киевлянами. Ну, по поводу того, чтобы проверить вообще, что происходит на карте. То есть, по факту, они сейчас и минусы не сделали, и идут в дополнительную засаду. То есть четвером идут на четверых. Вырули такое. Еще такой перекрестный огонь, ну да. Ну да. сложно, тут да, перекресточка, токсик на кулдзере, есть занятая яма, пошел проверять темпу, вообще не фраг на затылку. Ну и на заходе под флешку вроде как два минуса сделали. Ну два в три, ставится бомба. Позиции на выбивание э, практически готовы. Очень важная дуэль здесь будет, но Амстер не успевает в нее даже включиться. Толком Темпл был слишком близко. Смэш в сайте, у него три соперника. Про одного знает точно, теперь знает про всех, но понимал, что да, тут либо ты сразу всем по головам стелишь, либо же отдаешь раунд в руки соперника. Квадрокилл Темпл, и это при всем при том, что а, у него изначальная засадная позиция могла быть такой, откуда, знаешь, не все уходят. Ну там да. и коктейль туда отправлялся, ну пытались справиться. Просто и Треска понимали, что нужен план эвакуации своего тиммейта. Да не, ну, треска вот изменились, да, после вот этого одного такого раунда, когда там опорное звено базы Б с этими приколами, типа подсадка. Ну, короче, с этапами вдвоем, когда разруливали Темпл и X5, оно не работало. Они показали раунд Война, банан и показали сейчас раунд, когда оставляют одного авика на банане. Ну, типа вы не идете, окей, мы укрепляем точку А. Оставляем там один а навик. То есть, когда думают, когда действительно на инициативе работают, тогда вот два раунда подряд, как бы в копилочку заслуженно действительно и ложатся. Теперь, как бы, надо уже отвечать э, и Sports Club чем-то. И с другой стороны, треска тоже меняются. То есть, смотрите, позиции уже другие Темпла Мы вот, на, допустим, на холпе не видели, чтобы он отыгрывал. То есть комбину номер два, это Токсик, например, набрасывает флешку, а он через смоки пикает. Можно было бы увидеть, но Темпл сменил свою точку, теперь будет отыгрывать с Бадин. Вот как они любят, где-то что-то, знаешь, угол какой-то стать, то есть, ну... Вроде бы и точек много, но это же все чекается аккуратно и поступательно. Тем более, как мы видели, заходили киевляне, то есть они смог дали, и не масс пуш там под град флешек, а именно кто-то ползет первый до контакта. И только когда этот контакт случается, уже полетели гранаты, уже массовый заход. Там Токсик сейчас хаешку даст, возможно, очень болезненную. Вроде бы по таймингу летит. Нет, поздновато все же. Темпл спрыгивает с B1. Изначально спорт Киев хотели проверять хелпу, и никого там ну, пожалуйста. не обнаружили. Там да, начинаются проблемы. Все, темпл, паника, спрей в никуда. По хоть что -то, точнее по голове сразу не залетел. там какой-то молик. Какие-то флешки летят курсом. И по итогу три человека сейчас, ну два из троих, развалились уже точно. Токсик сыграл вообще в хитмана. Ух. Молик, кривоватая, но, но все нормально, вроде. Не догорел до самого игрока. Да. Атаки уже неплохо, но под Токсика все равно подставился. Флешка слишком поздно. Попытка продавить. Фэшап сработал, но Донакс ориентировался и 2 в 2. Смеш последний против двух красных оппонентов, которые стали одним. Единым целым. Из двоих по хп нельзя было одного целого человека здорового собрать Еще такая бомба неудобная за фонтан Типа понимает токсик Ну вот как, ты идешь к бомбе, да и Ты же всегда не будешь смотреть э, на банан То есть тебе там надо было торопиться Как-то раздергивать на эту бомбу А банально времени не было То есть велика вероятность того Что тебя просто подцепят по хп И любой пули будет достаточно для того, чтобы погиб Поэтому принято решение сейвиться Но раунд в любом случае проигран Подсейвить свой кошелек вы можете при помощи 100% бонуса на депозит. Первый на букмекерской конторе паре матч. Нажимайте на плашку под плеером трансляции и знакомьтесь со всеми э, вообще спортивными и киберспортивными событиями. Можно даже оттуда мониторить очень и очень удобно. Даже керлинг. Ну, это тебе виднее. Я тут не ручаюсь. Я для себя недавно открыл, даже, знаешь, есть чемпионат мира по карточной игре «Дурак». То есть по всему есть соревнования, и на матче очень много линий, поэтому welcome. Так, ну у нас пока теряют бурю. То есть, опять же, очередные активности от защиты. Они приносят им энтрифраг. Бомбу оставили на рампе, то есть на старте. Два работают с обсами, два работают с бананом. Разделились дуэтами игроки атаки. Ну, раунд, я напомню, ну, как бы, с одной стороны, не очень важный, да, ну, что там такое, 8-7, всего лишь один раунд преимущества, но, с другой стороны, по тому, как развивались события, то есть нос к носу идут команды, возможно, где-то в концовочке как раз-таки этого раунда и не хватит. Ну, пока трудно ручаться, наверняка, готовится уже волна раскидки под Б, и, учитывая то, что бомба на яме, <laughs> вряд ли это финалка выхода, но Вандерфуст тягивается. Начинает открываться ковры. Многоступенчатый выход продолжается. Теперь Данека не проверят. И это позволило все же найти одно, а потенциальные два убийства для опорников а сайта. Да, Данек погиб, но Токсик все еще в песках, и теперь его выкурить задача крайне крайне непростая. Так, ну, из последних сил тут ставится бомба. Ну, и опять же, как-то, знаешь, из огня до да никто нырять у траска не будет. То есть собираются на ретейк. У них есть большинство. У них есть, скорее всего, понимание, что смеш там на волоске от смерти. Есть гранаты. Под флешку заходится шорт. СФО спугнули. По крайней мере, теперь точно знает ретейк, что Авик стоит в яме. Его можно раздергать. И он, кстати, тут так водит прицелом и серьезно нервничает, переживает. То есть должен и за шорт отвечать, чтобы тиммейту не прошли. Ух! Неплохо. И тиммейт сработал, и он сделал минус. Один в один по итогу. Времени а времени-то уже особо и да. нет, и все. Ну что, садится дефать на морозе. Этого не делает игрок защиты. И это восьмой раунд для Esports Киев 8-7 в их сторону. Близко, близко. Первая сторона. И как-то вот знаешь выделить фаворита. Да, какое По течение 15 раундов это... даже близко нельзя. Да, да тут по фаворитам вообще даже не пахнет. То есть игра настолько близкая, что ну, вы даете серию, вам дают серию в ответ. Две паузы мы увидели: одну на счете 3-0, другую э, на счете 4-0. И с тем еще сторилайном, что Гомер рассказывал, что там бывшие игроки против своих братюнь играют. Тут, конечно, как облупленных должны друг друга знать, но и такие какие-то войны разумов они видны невооруженным глазом. Но давайте смотреть. Второй пистолетный раунд начинается у нас вторая половина. Теперь траска за атаку. Я напомню, что эту именно карту выбирали они. А, не, путаю, путаю, нет, да. Это да, спортсклад, да. да, там же мираж. Да, ну интересно. Интересно, как на вражеском выборе, что они в атаке покажут. О, похоже, пистолетку с салатом очередную покажут команды. Сейчас Три фрага против одного. Пока что у атаки все плохо складывается. Ну и это девятый раунд для спортслабки. Что-то салатные пистолетки у нас сегодня. То есть это и получается третье, во втором. Третья пистолетка за сегодняшний вечер. Из того, что мы видели, 5 в 0. Закончилась. Ну, там размен был, но в салат так точно, да. Ну, две тогда, получается, 5 в ноль видели, но это была близко. Ну да, то есть тут там Амстер погиб, я вот сейчас на скорборде Случайно? Да, это чистая случайность. Не Чисто случайно. Шальная бандитская пуля зацепила рикошетом от стены. Залетела. Так бы не погиб. Ну и вот опять же, салатная пистолетка. Смотри, бомбы не было, но форс на все. Радикальное решение, ну, абсолютно. при этом. Ну, такое же делали Киев в первую очередь. Да, половине. я к этому и веду. То есть, ну, дай другая команда, что интересно, одна школа. Сам. Видимо, да. Заход через шорт, никто вообще не пошел. Апсы, да, и мало того, что не пошел, даже никто не смотрит. А теперь, когда смотрит на апсы, сейчас через пару секунд придет лонг. Да, там смог. Ну, будут ли его форсировать? Наливают свой, открещиваются от ямы. Ну хоть первый. на пачку сыграли для начала. Да, уже неплохо. X5 готов урабатывать своего дигла выход апсы и аккуратненько присел Вандерфул под смачком. Можно, кстати. Ох, Вандерфул сейчас грязь будет делать походу. Ну вещь, да. пошли бы оба, двоих бы скорее всего забирал, но тут через небольшую паузу все же сыграли. То есть первый пошел его убили, зато стала позиция одна известна, а второй скорее всего и знали. То есть апсы пошли. И так, по факту, по известным позициям и тот, и другой игроки защиты сработали. Десятый 10, 10 раунд для себя. Избирали. Ну, близко, слушай, близко и бомбу поставили. То есть, ну, не впустую эти там пистолеты, гранаты, да, арморы были закуплены. И подергали экономику соперника чуть-чуть в будущем, где-то, возможно, скажется. И принимают решение сейчас... Ну, тратится где-то примерно каждый до 2000. У кого чуть меньше, у кого чуть больше остается вандерфул. Естественно, на снайперскую винтовку так, чтобы было, он копит. У него 2750. Ну, давайте смотреть. Рано пусти. Ай-яй-яй-яй, тяжело. Ну, там, суть, в том, что с Мэшу не дали работу. Реально, вот то о чем ты говорил, никто из атаки не занимал. И он квадрокилл дал из своей позиции. Она оказалась ключевой. Может быть, хотя бы один игрок какой-то... Там был бы, кстати... Но работа произведена, я с тобой согласен. Там меньше тысячи <сих> у четверки игроков, а значит, что раунд проведен не зря атакой. Нужно попытаться теперь этот еще раунд также не зря провести. Ну и да, все убийство, замечательно. Быстро троих здесь будет практически выполнена миссия. То есть там будет достаточно одного выигранного бая и как бы двоеков у защиты. Привет пока. Но тут еще надо с этой экономикой поработать. То есть, не факт, что получится минута времени, а каких-то серьезных стычек мы так и не увидели. Ну, то есть игроки друг друга не увидели. Хаешки-то находили ноги оппонентов. Пока исключительно со стороны Sports Club Киев. Амстер. Затопил минус 3, минус 4. А, и с фотом подрезал. Но окей, неважно. В общем, в целом выглядело это как похоронный выход примерно ну. на минуте, но, я говорю, проработки по карте не было. То есть авось получится, авось не получится. Не получилось. И вот теперь появляются калаши на руках у Треска. Я пока так, чисто минимально маслица в огонь подолью. Я просто смотрю на этот устрики из четырех встреч у Esports Club Киев. Ну, там так-то и Зака Борс, Нордовинт, Райдерс, соперники. И везде, ну, 11 и больше раундов все равно забирали. Так, это, еще... это, чувствую, что это не камень в огород. Спортс-клаб а... Это скорее а, ад намек на... Да, адвокат да. на гомере Адвокат, да, возможно, где-то так и есть. Ну, не, просто я к тому, что и на второй карте тоже мы можем выйти где-то близкий результат, близкий счет. Здесь еще непонятно, черт знает, кто а, выиграет Инферно. Слишком уж равносильно команды пока что смотрелись. Но это до девайсов. Сейчас, возможно, eSports Club Киев нам покажет железобетонную оборону. Начало классное. Нычка, которую не проверили, но не до конца она тоже отработана. Смеш. для смеша. Ой, можно разгуляться было под него. Решил спрыгивать все-таки за бордюрчик, под балкон. Флешка. Должны работать тиммейты. Они это делают. Шорта и четкие два минуса. СФО делает 12-й раунд для eSports Киев. как кто-то начинает увязать потихонечку в своих задумках Треска. Ну и, друзья, Но... не забывайте про наших партнеров и друзей Компанию Parimatch Баннер по трансляции никуда не делся На него кликайте, регистрируйтесь Для новых пользователей 100% бонус к первому депозиту Имейте это в виду, никогда не забывайте А если забудете, мы вам напомним Можете в этом не сомневаться Итак Один фармган, три текнайна, один дезерт игл На подобный раунд для треска Снова напрашивается что-то с акцентом на ковры, на шорт, но глядя на то, что бомбу только сейчас ä, поняли, что никто не нес, <laughs> выход этот быстрый, скорее всего, не будет. Так, ну, четыре флешки, один смог. В принципе, да, наверное, ты прав. Как раз-таки датский десант мы здесь должны увидеть в исполнении украинцев и россиянина у Треска. И получается, получается. То есть проходят качественные флешки, хорошие. Все сработало. подобрали, подобрали, поставили бомбу. Ай-яй-яй, вот этот спрей, вот эта ответная флешка. Вот да, флеша только что сильно зарешал. Возможно, еще удастся этот раунд эвакуировать из спортсклаб Киев каким-то образом. Тяжело это все равно смотрится. И зажигательно. надо что, пески полетит по ходу? По темпу? А, не совсем. И там даже будет островок безопасности. Не догорая до него коктейль. А вот это, кстати говоря, ну то, от чего раунд может построиться ну, в атаке. Ну, должны понимать, должны понимать киевляне, что ну, этот молик был далек от идеала, скажем так. Ну, небольшая неразбериха, ну... размены все-таки следует. Ну, главное, что работает, это время на команду Траска. И все, этого времени банально уже на выбивание не присутствует. Да, всех поперебили на точке, но тут главное было в том, что ну, атаке нужен был раунд, несмотря э, на усилия потраченные, да, спустя даже то, что вас всех убили. Главное, что он взялся. То, что дальше уже отпускать киевлян, ну, было пожароопасно. Этот коктейль мог э, реально решить судьбу. Возможно, карты, кто его знает, пока, конечно, мы не будем прям так э, громко заявлять, но раунд конкретно, коктейль явно спасал бы для спортсклаба Киев, если бы он залетел все же в упор подписки. Получилось, как получилось. Восьмой раунд для Треска и последний экономика у защиты. В принципе, раунд за два, и на этой стадии его можно назвать одним из основных, одним из ключевых раундов для команд. Тут вроде бы и финишная прямая на горизонте у Спортсклаб Киев намечается, если они выигрывают. А вроде бы и Треска уже на вытянутую руку добираются до соперника. И все да. это будет решаться вот в раунде, перед которым паузу прожали. Ну, видишь, и не идеально, и оборона и спортсклаб Киев. То есть после того раунда с МАК-10 и пистолетами, сейчас с четырьмя флешками, одним смоком, треск это понимают, типа, ну, парни, с вами можно играть, можно камбэчить. И сейчас, по идее, это должно вселить уверенность в действия игроков атаки проходятся все эти сетапы, и молики мажутся есть есть такие помарочки которые вот действительно я с гомером согласен крупинка за крупинкой но приводят к э, отдаче раунда ну и с сфо стелят молик классический э, разброс гранат хаешка на бревна полетела средне дальний молик э, ну и в общем то так потихонечку проработали но тем не менее атака не отказывается от О. момента войны на банане Тут момент в том, что атака еще играет такой раунд, знаешь, типа, где-то получится, туда и пойдем потом. Бомба лежит в яме все это время. При этом звено 2 и 2 игрока работают по разным фронтам. И вот тут вот интересно, конечно, сейчас Токсик дропнется. <laughs> Замечает вот такого красавца. Явный косяк защиты в плане позиционки. Но он еще не приводит к катастрофе. Куда уклюдзавр смотрит? Интересно. Ну, типа, он был уже тоже в точке. Ну, то есть, либо апсы, либо шорт. Твой тиммейт смотрит э -э шорт, а ты куда? Ну, окей. Ну, не разобрались, очевидно. Но, ну, честно, вот раунд за атаку изначально, как ты смотришь, у тебя э -э, два игрока атаки в апсах, двое под бананом, и бомба при этом при всем где-то в районе ямы-то спауна лежит. Ну, уже возникает впечатление, что атака сама не до конца придумала, как им раунд доиграть. Где получится зацепиться, там окей, туда пойдем. Нам не получилось ни там, ни там выстоять против более-менее дефолтной защиты, при притом даже с косяком реальным. Ну, да, тот, да. ну то есть от этого можно действительно было цепляться и раскручивать выход. Но по итогу Данека один. И все вообще морозятся от него. Хотя, с другой стороны, и руины готовы, и КТ готовы врываться на момент установки бомбы. Второй развод. И все, тайминг потерян. Буря ставит точку в этом раунде. 13 для ИСК. е ИСК. ИСК. Не знаю, спортсклаб Киев мне больше нравится, как звучит. Красиво, но долго. Это правда. Ну, можно назвать киберспортивный клуб Киев. Тебе так будет приятнее. Да, мне по-любому приятно. Приятно вообще, как игра проходит. Все очень приятно. Очередные пистолеты. В среднем, опять же, по 2000 там, ну, чуть меньше тут на этот раз у всех осталось. Но есть хорошие гранаты, есть хорошие пистолеты. И такой раунд уже брали. Не по рисунку именно, а по закупке. Там, правда, был МАК-10. Ну, не сказать, что он там прям всех наколотил. То есть можно с этим работать. Пока я это говорю, дабл-энтри для киевлян на банане. И силы потихонечку атаки тают. То есть они возлагали очень много надежд как раз-таки на то, что удастся там пронестись, под флешку хотя бы одного забрать. Ну, и... И... и или, да, навести паники. И там уже будем думать, что делать дальше. Но не удалось этого сделать. Закрылась защита с маком на меду. Смысла особого стоять там двоим-троим, наверное, нет. Пошла еще инфа про скидки гранат на базе Б. Пошла перетяжка с точки А. Пока очень четкая Амстер. Сам в соло работает. Минус 4 уже в этом раунде. Темпл один. Уже черт знает, который квадрокел за сегодняшний день на квалификациях. Но Эйс пока был только один. И вот до Эйса дело Амстер тоже не смог довести. Темпл. Хочет повоевать немного с бывшими тиммейтами. Но воевать долго не приходится. Кстати говоря, насколько я помню, Кульзавр как раз его и заменил. Так что отъехал от принципиального оппонента. Не зря заменил, да? Возможно. Но это сейчас мы смотрим первую карту, кто его знает. Пик и спортсклаб Киев, тем более. А дальше катастрофически. Ужасные 0% на Мираже. Да я думаю, ничего yeah. страшного. Знаешь, главное, что вот ты сказал, да, когорту команд, с которыми играли. То есть, ну, с такими командами опыт получить можно. То есть, демки там хорошие будут. Это не какие-то провальные, типа, игры. Ну, я в этом больше, чем уверен. И, скорее всего, киевляне понимали, что в момент, когда наступит стадия bo 3 Мираж против них по ХЛТВ Logic кто-то допикнет. Потому что Мираж у нас с СНГ играют все. А вот ну, как думают, да, а вот играют или нет? И против команды, у которой лост 4 карты, мы увидим, собственно, на второй карте. То есть правильно это было решение пик под соперника или нет? Энтефрай от СФО. Э, это уже, по-моему, второй раунд подряд такое происходит у нас. И, ну, короче, много раз вот СФО делал эти энтри на банане. Очень полезная снайперская винтовка. Смайш меняет позицию как раз тогда, когда атака уже планирует врываться под А. Есть один в апсах, это господин Токсик. И... А его заметили только что, Смэш занимает более агрессивный угол. И теперь это вообще будет такой сюрприз неприятный для Токсика в упоре встретить смеша, по идее. Ну, угол Вещай. шикарный, я согласен. Немного выше наводился, но сориентировался, прицел давил. Да, не хэдшот, но рабочий фраг сделан, большинство сохраняется, теперь уже оно комфортное, 5 в 3. Времени 40 секунд, и что, опять решили, вот, где находят приключения, туда идут до конца, никаких перетяжек и растягивания обороны, здесь этим даже и не пахнет. Таранят точку А, Смеш так и остался в песках, в районе курилки, и вот как его теперь оттуда выковыривать? Ну, пытается здесь Вандерфул пригодиться, и тут, и там, еще и моликом ä, может, наверное, подсобить своему тиммейту, надо выходить из псов но пока тут паника у Смеша. Что творится? Какое-то сумасшествие. 15 секунд. Бомба нужно забирать. Эмпл за ней несется на всех парах. Смотри, а где это. с не торопится. Ну, Боба закрыта, наверное, будет. Ну да, ну да. В такой ситуации он, видишь, боится библиотеки, и сапсов ты ее не Ух! увидел. Ага. Вот такой вот поворот. надо было смотреть за СФО. То есть, ну, понятно, что чувак ставит бомбу. Вот, а как он эту ситуацию из своих глаз видел? Ну окей. Заметил, то есть все же угол не надо было срезать, не надо было спрыгивать для того, чтобы дать информацию сопернику потратить время, чтобы тот сориентировался и бомбу поставил, и с тобой уже танцевал в планете, а сразу было это все видно и с высока, и издалека. Ну и еще одна пауза, от Раско. Ну, да. Это из спортспавки в тайм-аут. Если... А, нет, Не-не-не, От атаки, да. А, а у нас желтые цифры, но при но я этом... вижу, да. Обоюд. Загадка! Это тайм-аут Шрёдингера, друзья. Он то ли Треска, то ли из Спортсклаб Киев. Пока не зайдешь, тем спик не узнаешь. Хм. Да ну, не важно. В любом случае, 7 ну, Но... да, тут. Типа да, тут киевлянам нужен тайм-аут для того, чтобы пацаны, давайте заканчивать, а... Траска, нужен тайм-аут, пацаны, давайте начинать играть. Ну, как бы. И тем, и тем этот тайм-аут для обсуждения нужен. Чисто такой, знаешь, на моралечке, на психологии. Потому что, ну, я не вижу тут... Ну, что сейчас, Траска такие за, там, 30 секунд, какой-то крутой раунд вспомнили, ну, вряд ли. Просто вспомнили то, что было до этого, где какие проблемы, и что-то чуть-чуть вида изменить. Идут навек. А это кто? А это самый главный энтрифрагер команды Sports Club Киев. И на банане, а в этот раз и на лонге, и в тот самый момент, когда начинают именно с проработки ребер. Вот это неприятность. 6-1 по энтри теперь уже спор. Статистика очень и очень приятная. Но только для Esports Club Киев. Аутреск явно несчастливы от такого стечения обстоятельств. Попытаются все равно дойти до, а, до последнего. Токсик первый с бомбой. Его уже Смэш замечает. Жесткий прострел. Без шансов для Токсика. Флэша. Ну, похоже, что все. Конечно, на Инферно. Денек погибает. И это 16-8. Очень уверенная первая карта от Esports Club Киев. Свой пик они выигрывают без проблем. При том, что счет на старте был 4-0 в пользу соперника. Да, да, как-то так, то есть, в принципе, какие-то проблемы имели, да, возможно, там, их пытались читать где-то временами, но, здраво рассуждая, довели до уверенной победы уже свой выбор, нас тут поправляют, не Треско, а Треско. <laughs> Будем так называть этих парней Окей, а на очереди у нас действительно Карта Мираж Ее бы вдвойне было интересно посмотреть С учетом того, что мы уже обсуждали да? Четыре карты подряд за последние три месяца И спортсклаб Киев Не знают победы на ней И правильный ли это выбор От их оппонентов или нет Небольшая музыкально-рекламная пауза После нее мы вместе с Гомером возвращаемся И на все эти вопросы вместе отвечаем Чего желаете? Может быть, Cloud 2 Classic? Давайте, как обычно, возможно, по бокам уберите немного больше. О, это что-то новенькое! HyperX Cloud 2 Wireless. Легендарный комфорт теперь без провода. Эй! Береги голову! Один в один, надо что-то делать. Хедшот. Отлично. Кулаки тиммейтам.